Виграти олімпійську ліцензію – це лише початок, так вважає Денис Морозов, тренер одеських каратисток Анжеліки Терлюги та Ірини Зарецької, які здобули путівки в Токіо-2020. Дівчатам вдалося досягти такого результату завдяки успішним виступам впродовж усього сезону, завдяки медалям на етапах прем'єр-ліги та набраним балам. Вирішальною крапкою стали дві золоті нагороди одеситок в Дубаї. Щоправда, Терлюга виступала за Україну, а Зарецька – за Азербайджан. Тепер на всіх турнірах, що залишилися до олімпіади, спортсменки працюватимуть над додатковими навичками та підтримуватимуть форму. Я стараюсь думати о том, что это круто, то, что у меня сейчас есть возможность немножко, как бы скажем, забыть про стресс. Турниры, которые меня ждут впереди, они уже будут не такими сложными для меня, потому как мне уже не стоит бороться за баллы. Отрыв действительно достаточно большой для того, чтобы я была уверена, что 7 апреля я официально получу лицензию. Я не расслабляюсь, на все турниры я поеду. И даже после объявления 7 апреля я поеду в Мадрид тоже на чемпионат. Я хочу побольше драться, не хочу очень долго находиться в тени, потому что я переживаю, что если, например, много соревнований пропущу и большой период, это может сказаться на мне негативно. Возможно, я потом не смогу показать себя на максимум. До речі, Терлюга виграла золото в Об'єднаних Арабських Еміратах, незважаючи на травму правої руки. Також, за словами Морозова, у обох його підопічних були різні шляхи до ліцензій. Если Анжелика постоянно выигрывает премьер-лиги и серии А, является рекордсменом в этом виде программы, и она уверенно шла и постоянно первая, то у Иры другая ситуация. Она просто выиграла чемпионат мира, и после этого у нее не совсем получалось что-то, но... Начиная с осени, она опять, как и Лика, постоянно выигрывает. На финише девочки очень сильно меня радовали, и мы постоянно были в хорошем настроении, потому что они обе все время были на пьедестале, и для тренера это всегда самое приятное.